Я возвращаюсь. Я провозглашаю утвержденные церкви и спасенные города. Наш пост имеет великую награду. Я поздравляю тебя. Эта награда придет намного раньше, чем ты ее ждешь. И небо обрушится на тебя намного раньше, чем это ты ожидаешь. Ты скажешь, какая награда? Библия говорит, что когда Иисус закончил свой пост, послушайте внимательно, когда закончился пост у Божьего Сына, первое, дьявол отошел от Него. Вот награда номер один. И я пророчествую, дьявол отойдет от тебя. Дьявол отойдет от тебя. Дьявол от тебя отойдет. Дьявол отойдет от тебя. От меня. Он отойдет от нового поколения. Награда номер два. Балва номер два. Когда дьявол отошел от Иисуса, ангелы приступили к Нему и служили Ему. И я продолжаю пророчествовать. В этом году, после этого поста, ты будешь видеть ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к тебе. Ангелы Божьи приступят к тебе. Они будут хранить тебя на всех твоих путях. Ангел Божий будет ополчаться против тебя. Природа не терпит пустоты. Если уходит дьявол, приходят Божьи ангелы. Полчища великих, могущественных ангелов Божьих. Халлелуйя! Награда номер три. Балва номер три. Здесь написано, о чем мы сейчас только пели. Луки 4:14. И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею. После этого поста ты не будешь тем же. Твой дух не будет тем же. Ты вернешься в силе Духа. Награда номер три. Балва номер три. Мой дух Мансгарс станет сильнее. Плюс ты пракс. Мой дух Мансгарс будет побеждать мою плоть. Узвресь ману месу. Я духом буду умерщвлять дела плотские. Номер дешу месас дарбус. И дух мой, Мансгарс, соединенный с его духом, поможет мне перейти к награде номер четыре, о которой здесь пишется, и разнеслась молва о нем. Тебя вчера никто не знал. И ты говоришь, ну кто? Ни буклеты, ни анкеты, никакие компании рекламные не помогают. Молва разлетится. Кого Бог хочет возвысить, Бог об этом позаботится. Авторитет, влияние поднимется в этом году во имя Иисуса Христа. Молва разлетится. А это означает, что к тебе будет стоять очередь, и люди будут говорить: я знаю, что с тобою Бог. Я знаю, что с тобою ангелы. Я знаю, что ты духовный человек. Помоги мне. Халлелуйя. Сила
духа, авторитет и молва. И он учил в синагогах их. Вчера эти синагоги были закрыты, но завтра они откроются. Уважаемые Божьи слуги, готовьтесь к тому, что к вам поступит огромное количество приглашений в синагоги их. Вчера ты не смог проповедовать в синагогах их, но когда Бог убрал дьявола, обеспечил тебя ангелами, дал силу духа и обеспечил, чтобы молва разлетелась, откроются двери. Пророчествую, откроются двери. Я пророчествую, откроются двери. Откроются двери. И тебя будут ждать точно так же, как дом Корнилия с нетерпением ждал Петра. Двери его были открыты. Ты боялся идти, но сила духа и помазание сделает тебя смелым, мужественным, бескомпромиссным. И ты войдешь в эти открытые двери. Твои глаза будут видеть славу Божью, чудеса Божьи, силу и спасение Божье. И он проповедовал в синагогах их. Это пятая награда и дальше. И от всех был прославляем. И от всех был прославляем. Бог в этом году утешит тех, кого топтали, кого оскверняли, клеветали. Бог поднимет авторитет нового поколения. И если ты принадлежишь, это означает и твой. Давайте поднимем руки и скажем: Бог, принимаю все. Принимаю все обетования. Принимаю всю награду, которую ты обещал. Я благодарю тебя, что дьявол уходит изо всех сфер моей жизни. Благодарю тебя, что тьма отступает, что нищета уходит, одиночество уходит, проклятие и болезни уходят, и слава твоя, свет твой, ангелы твои приступают. Ангелы твои окрест меня. Благодарю тебя за то, что ты дал мне силу духа. Я буду видеть дары Духа Святого. Я буду знать тебя. Я буду слышать тебя. Я буду видеть тебя. Благодарю тебя за силу духа, за духовную власть, за духовный авторитет. Я благодарю тебя, что ты помазываешь меня для великого служения и распространения Царства Божьего по всему лицу земли. Я благодарю тебя, что молва разлетится, и о том, что ты делаешь здесь, люди узнают во своих синагогах, в своих домах. И я благодарю тебя за то, что двери, которые вчера были закрыты, они откроются. Они откроются. Они откроются. Они откроются. Открытие дверей. Открытие дверей. И я благодарю тебя, что как твой представитель, помазанный Святым Духом, я войду в эти двери и принесу Царство Божие. И люди познают тебя. Люди встретятся
встретиться с тобой. И пока я буду говорить, как Петр, Дух Святой сойдет на слушающих. Это будет новый уровень нашего сотрудничества с Богом. Это будет другой уровень нашего священнодействия. Я благодарю Тебя, драгоценный Господь, что придет уважение, признание и благоволение, время отрады. Аллилуйя! Сила Духа, молва разлетится, откроются двери, и люди прознают Тебя. Я возвращаюсь, я провозглашаю утвержденные церкви, спасенные города. Сила Духа, пророчествуй самому себе, молва разлетится, говори это с глубокой верой. Откроются двери, я принимаю от Тебя, Иисус, и люди прославят эту великую награду. Я возвращаюсь, я провозглашаю утвержденные церкви, спасенные города. Сила Духа, молва разлетится, откроются двери, и люди познают Тебя. Я возвращаюсь, я провозглашаю вопиющего в пустыне, горы там понизятся, наполнятся долины, кривизны все исправятся, искоренится зло, да уйдут все народы, спасение Твое. Я глас вопиющего в пустыне, горы там понизятся, наполнятся долины, кривизны все исправятся, искоренится зло, да уйдут все народы, спасение Твое. Я глас вопиющего в пустыне, горы да понизятся, наполнятся долины, кривизны все исправятся, искоренится зло, да узнут все народы, спасение Твое. Я глас вопиющего в пустыне, горы да понизятся, наполнятся долины, кривизны все исправятся, искоренится зло, да узнут все народы, спасение сила Духа. Я верю в награду. Я верю в великое воздаяние. У Бога не останется бессильным никакое слово. Небо и земля пройдут, но слова мои не пройдут, говорит Господь. Дьявол уйдет, и ангелы приступят. Пророчествуй вокруг себя. Говори кому-то. Скажи: дьявол остался в прошлом. Дьявол остался во вчера. Дьявол уйдет.
Ангелы приступят. Этот год великой славы. Этот год чудес и откровений. Сила Духа. Молва разлетится. Синя исплатисис. Аллилуйя. Аллилуйя.